Вы смотрите обзор товара-средства от насекомых Танрек, АВКСТ, 10 мл. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Препарат номер один от колорадского жука. Танрек – инсектицид из класса неоникотиноидов для уничтожения комплекса грызущих и сосущих вредителей на картофеле, пшенице, огурцах, томатах, цветочных культурах, а также на пастбищах и участках, заселенных саранчевыми. Преимущество препарата. Системно воздействует на колорадского жука, уничтожает насекомых, как при непосредственном контакте, так и при поедании насекомым обработанного растения. Действует на взрослых жуков и личинок разных возрастов. При выпадении осадков не смывается с растения, сохраняя полную защиту всех его частей. Защищает культуру длительное время, поэтому можно ограничиться единичной обработкой посадки. Эффективно действует при широком диапазоне температур окружающей среды. Колорадский жук – насекомое, которое отличается живучестью и стойкостью к воздействию химических веществ. Он способен зимовать в грунте, появляться в тот год, когда наблюдается особая урожайность, и наносить непоправимый ущерб посадкам. Кроме того, личинки и взрослые особи колорадского жука ядовиты для других насекомых. То есть у самого вредителя в природе почти нет врагов, энтомофагов, способных уменьшить число его особей. В данный момент есть разные методы борьбы с этим насекомым, которые разработаны энтомологами, а также народные средства. При этом оградить урожай от пагубного влияния жука по-прежнему не получается. Фирма «Август» предлагает наиболее эффективное на сегодня средство от колорадского жука – препарат Танрек. Препарат отрицательно не воздействует на картофель, насекомые к нему не привыкают. Танрек отличается долгим эффектом защиты, устойчив к изменению температуры окружающей среды. Препарат Танрек – это новые силы для борьбы с насекомым-вредителем, которые помогут вам уберечь урожай картофеля. Одна обработка – защита картофеля на все лето. Способ применения. Растения обрабатывают только свежеприготовленным раствором в ясную, безветренную погоду, лучше всего вечером или рано утром. Необходимое количество препарата тщательно разводят в небольшом количестве воды, после чего рабочий раствор разбавляют водой до нужного объема. Раствор для обработки комнатных растений составляют из расчета 0,5-1 мл препарата на 1 литр воды. Препарат плохо смывается осадками и не поддается воздействию высоких температур, защитное действие от препарата держится на протяжении 2-3 недель. При незначительном расходе уничтожает как взрослых особей вредителей, так и личинок. При использовании препарата согласно таблице, отсутствует возможность возникновения фитотоксичности. Чередование Танрека с другими препаратами обеспечивает отсутствие возникновения резистентности. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.